Бомбира Ирана и радио «Свободный Кирап». Я в бешенстве. Простите, обычно я в хорошем настроении, но сегодня я взбешен. Знаете, что меня бесит? СМИ. Я сам, я СМИ то, что надо. А западные СМИ. Здесь в Кирате идет гражданская война, а в онлайне об этом ни слова. Ну уже, где наша всплывающая кошка? Все положили на нашу борьбу здоровый болт. Да, и стоит открыть браузер, как тебе предлагают что-нибудь увеличить. Это что, теперь современные приоритеты такие? В западных новостях пишут про то, как поп-звезда, удолбавшаяся кокса, с кем-то спит. И так везде. В каждом блоге танцы трайбл со звездами. Что такое этот трайбл? И с каких-то пор белые девушки этим занимаются. Да и зачем вам какие-то танцы, парни? Вы что, без них уже не можете? Вы, конечно, меня извините, но Чоту носит лифчик большего размера, чем моя девушка. И я рад, что он хотя бы не танцует. Хотя, может, это как раз годный способ привлечь внимание к Кирату. Так что, выучит всем нам пару-тройку соблазнительных движений и вперед. Эти гражданские военные танцы в Кирате просто что надо. Может, пожертвуем им чашечку кофе или... Моя семья разваливается. Аве? Погрузились. Аджай слушает, чем помочь? Аджай! Мы отправляем товарищам конвой с грузом, чтобы они могли сорвать поставки НУР. Сопроводишь? С удовольствием. Отлично. Отправляю координаты. Ну, молодец. Полезай наверх и давай вперед. Ожидается сильное сопротивление. До прихода Пейгана еды было много. И для себя, и для продажи оставалось. А теперь здесь только маг. Из него делают героин и рассылают по миру. Они сзади! Смотри, там нельзя проехать! Противник впереди! Они у нас на хвосте! Тут рядом есть патроны. И впереди вражеский транспорт! Хорошо, жду здесь. Торопись! До места! Надеюсь, дотянет. Но машина на ходу. Пока. Не верь тому, что слышишь по радио, друг мой. Вот он, подлинный опиум для народа. Как такой прекрасный цветок может приносить столько бед и страданий? Раньше законы были строгими, но, впрочем, никто их не выполнял. Кират — это всегда Кират. Смерть Пейгану Мину! Почему так долго? Просто застрял. Очень смешно. И надо было смотреть. Спасибо за помощь.
Ладно. Так что насчет диких вепрей? Ты доброволец? Да, супер! Дикие! Они дикие, но симпатичные. Просто душки на самом деле. Забудь, что я говорил. Хорошо, про пати и про... Отлично. Значит, настрелять вам бекон. Запросто. Ты молодец. Тебе даже ружье не понадобится. Хижине есть лук. Вепри живут у озера. Отмечу-ка на карте. Ну, супер. Что еще мне нужно знать? Постарайся забить наш холодильник. Мы 100 лет не ели мяса. Следи за пальцами ног. И не мочись при кабанах.